Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ребят, как видно, как слышно. Всем привет. Всем привет. Слышно ли, видно? Хаю-хай, фитнесеры. Хаю-хай, как видно, как слышно. Всем привет. Здравствуй, великий город. Да? Здравствуйте, слышно, видно. Все хорошо. Бертрейд, качество соединения отличное. Так, ребят, мы сегодня второй раз уже, да, добрый вечер, добрый вечер. Мы второй раз сегодня собираемся, у нас сегодня второй стрим. Э -э, так что, кто не посмотрел, в 12 часов у нас был коротенький 45-минутный стрим, мы раз разобрали три мифа, поэтому, кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Он там коротенький, 45 минут всего лишь. Сегодня мы продолжим разбирать наш документ. Сегодня мы не закончим. Сегодня, как я сказал, уже с утра разберем, по-моему, там 8, по-моему, что ли, мифов. Постарался их там подсократить немножечко. Вот, продолжаем изучать громадный документ. И у нас останется, наверное, еще два стрима, ребят. Сегодня стримы два, подумаем, может быть, там э, завтра точно ни фильма, ни стрима не будет. А, наверное, в среду что-то подумаем. Может быть, в среду вечером, может быть, четверг-два стрима сделаем. То есть нужно на этой неделе закончить этот большущий документ интересный. И уже, если все будет нормально, в воскресенье мы уже проведем стрим по, скорее всего, по качалке. Да, что-то по связанное с гипертрофией. Давно мы гипертрофию не рассматривали, и поэтому пора уже что-то посмотреть по гипертрофии. А, так. Значит, у нас с вами, как всегда, мы начнем в 10 минут. В 10 минут 9 стрим. И, соответственно, мы с вами. Да, мы с вами. Начнем в 10 минут 9-го. Поэтому, ребят, привет-привет. Задавайте вопросы. Значит, у нас общество классовое. Можно задать платный вопрос, отблагодарить. Вот донаты прикреплен. Ссылочка вверху. Андрей, привет. Да. И, соответственно, можно бесплатно в чате задавать вопросы. В общем, как, как нравится, пожалуйста, задавайте. В 10 минут начнем лекцию по привычке. Э, продолжим разбирать, по-моему, 8. По-моему, сегодня 8 мифов. Да? Ну, там я не особо долго буду, но все равно их обязательно рассмотрим. Обязательно рассмотрим. Так, ну что, давайте пока вопросы. 8 минут у нас есть. Если есть вопросы, рассказы, какие-то интересные сообщения, обсудим обязательно. Сегодня я даже майку специально надел первую. Но если кто хочет поделиться, пишите, как вам первая серия драконов. Да, началась, все-таки стартанул. Драконы стартанули. Я своими впечатлениями поделюсь по драконьей серии. Значит, давайте уже в конце, после лекции. А если кто-то хочет сейчас поделиться пожалуйста, пишите. А вообще после лекции, конечно, обменяемся, обменяемся без спойлеров, ребят, без спойлеров, просто эмоциями своими, да, по первой серии драконов. Я напомню, вчера она стартанула. Поэтому я в майке сегодня, понятно, да, почему я сегодня майку надел. Под впечатлениями, под впечатлениями Дома Драконов, да. Так, ну что, ну что, Вот, ну что, ну что, ну что. Значит, 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 значит. Вот, значит, 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 давайте. Сейчас секундочку, сейчас, сейчас, сейчас. А, про каденс вело. Есть какие-то исследования на тему 90 оборотов? ТБХ, есть по каденсу? По посмотрите, я, по-моему, сегодня что-то выложил ВКонтакте. Что-то по каденсу много, кстати, исследований. Я не, я не смотрел, там 90, не но вообще исследований много по каденсу. Вот. Поэтому, поэтому это. Много исследований по каденсу. По-моему, я что-то сегодня выкладывал ВКонтакте. Посмотрите. По-моему, что-то было по Кадансу, а вот там 90, не 90, я вот не влазил, не читал. По креатину, вы видели, вышла работа. Ну, очень много очень работ сейчас выходит, сейчас вот именно под осень э -э, много, многие журналы начали публиковать, соответственно, много интересных исследований. И вообще, это вы видели, ВКонтакте завалено просто различными различными документами интересными документами поэтому конечно э, все хочется показать все хочется изучить но до всего естественно не доходят руки поэтому быстрее бы разобраться вот с этим большим документом и соответственно радовать радовать вас и изучать какие-то новые все-таки вещи так что у нас еще давайте вопросы вопросы вопрос народ нас мало видно видите вообще в среди недели не Людям некомфортно, неудобно. Все привыкли в воскресенье приходить. да. Ну, ребят, наша задача изучить документ. Да, уж потом там смотрите в записи, не в записи. Как вам понравится, правильно? Поэтому кто хочет, то, то приходит вопросы задать. Кто не хочет, просто, в, соответственно, в записи смотрит. Поэтому не принципиально. Не принципиально, э, значит, единственное, каждый раз, когда мне нравится, начинают задавать вопросы непосредственно там, да, под фильмами хочется сказать, ну вот целыми, целыми, целыми неделями у нас стримы идут. Придите, задайте. Вот вам хочется какой-то ва ва вопрос задать. Ну, задайте, правильно? В общем, ладно, ладно. Так, пять минут у нас остается. Я вижу, вы вопрос никакие писать не будете. Ну, а напишите, кто посмотрел, значит, в 12 часов, который был стрим, э плюсик поставьте. Я знаю, что Сережа посмотрел. Сережа написал, что он посмотрел. А кто еще-то посмотрел в 12 часов, который стрим был сегодня? Ну, Серег, да, я знаю, что ты посмотрел, как бы, да. А кто посмотрел-то, хоть напишите еще-то. Андрей Ес посмотрел, да. Да, 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 да. А, ТБХ вот посмотрел. Да. Ну, молодцы, молодцы, молодцы. Посмотрели, молодцы. Молодцы, молодцы. Я, кстати, сегодня там рассказывал, вы помните, да, Хаю Хай, да, а по Ханталу, да, по Ханталу посмотрел, сегодня у нас был стрим как раз в 12 часов, мы три, три мифа рассмотрели там, я смотрел, Вадим, молодец, да, молодец, молодец. Ну, гляньте, так посмотрели, видите, там что-то посмотрели. Ольга мне Некрасу, да, молодец, Ольга, Ольга молодец. Да, молодец, молодец, молодец. А, ну все, молодцы, все посмотрели. Хорошо, хорошо. Давайте, три минутки у нас остается еще, ребят. Я смотрю, народ потихонечку так подходит, уже 21 человек. Э -э -э, народ потихоньку подходит. Э -э -э, есть ли рекомендации по белку 1,6, а учитывать ли влияние антинутриентов в овощах на усвоение белка? Андрюх, да нет, ну конечно, ну как это все сложно, сложно все учитывать, ну представь. Каждый раз порция разная, нутриенты разные, Продукты разные. Ну это представляешь, как вот существует, по-моему, по, по юзда там то ли 62 тысячи каких-то продуктов и то ли еще что-то. Вот представь, как ты это все учтешь. Сочетание 62 тысяч при разных порциях продуктов. Ну это нереально какие-то можно какие-то там эксперименты проводить, но если ты помнишь, у нас был стрим как раз по, вспоминаете, по этому гликемическому индексу. Там выходила работа, по-моему, метанализ что ли, по-моему, в 2021 году или 2022. -м. И там как раз писали, писали что там раз, <су không> вот берут один огурец, блин, у одного огурца в зависимости, где он растет, разный гликемический индекс. Ну, и так далее. Поэтому как каждый продукт, где он вырос, где что вынес, все это, естественно, разные антинутриенты твои. Видел плакат в детской поликлинике, написано, что количество жировых клеток растет в детстве, а во взрослой жизни они увеличиваются в размере. Так ли это? Ну, вот мы, кстати, на прошлом, в первом мифе, вот когда мы изучали первый, первый стрим про мифы, там как раз вот сказано, что... Растут они и в детстве и увеличиваются в детстве. Ой, и, и в детстве растут, и во взрослом возрасте растут, ребят. Да, спасибо, спасибо, как всегда, было интересно и весело. Когда я начал, наверное, весело, Ольга, когда я начал рассказывать про, про э, пять, пять этих, да, пять приемов э, как вот, смотреть телевизор, да, как стать буддистом. Да, Оль. Что вам понравилось, как я учил вас становиться буддистом? Да, требуется дальнейшего изучения. Конечно, да. Серж привет, всем привет, всем привет. Сейчас, Ольга, дождусь, когда Ольга ответит, что я смешного рассказал, тогда и начнем. Остается минут у нас. Да, пять приемов. Да, пять приемов, чтобы стать буддистом. Я, кстати, Оль, я, кстати, проанализировал, что я учился. Я думаю, как я дошел до буддизма. Я, я сам вот думал. Оказывается, помните, я вам рассказывал на каких-то стримах 100%, как я, уч, как я учился смотреть э, канал известного блогера. Да, известного блогера. Помните, я все время к нему приходил, смотрел его стримы, но никогда звук не включал. И вот я сегодня как раз после того, как закончил вам рассказывать, думаю, как же я стал буддистом? Ведь нужны какие-то подготовительные вот эти этапы, да? И я вспомнил, что я же тренировался, я же тренировался, я приходил ко многим блогерам, да? Включал, включал, значит, YouTube, но звук не включал. Вот, думаю, как же я так вот дорос до до, до, до мастерства -то. Вот. А теперь я могу даже включать звук, представляете? Так что всем, всем рекомендую, всем рекомендую. Значит, этот как он называется? Э -э, пройти курс молодого. Пройти курс молодого буддиста. Так, ну что, ладно, все. 31 человек, лайки поставьте, ребят, а чуть-чуть 26 лайков. 31 человек, а 26 лайков, Что это так? Ну, будет? Начнем, начнем, ребят, начнем. Если кто захочет прервать, то, пожалуйста, через донат, потому, поэтому я услышу, если кто хочет отдонатить, отблагодарить. Итак, мы с вами, мы с вами, мы с вами сегодня пройдем э, вот эти мифы. Они у вас перед глазами и называют они этиологии, то есть вроде бы из чего это происходит, да? И тут у нас, как мы сказали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, по-моему, девять мифов. А восемь мифов. У меня: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 мифов, и мы как раз их будем сегодня изучать. Сейчас я зачитывать не буду, я их по очереди буду сейчас называть. Итак, первый миф. Первый миф. Ай-яй-яй-яй-яй, подождите секундочку. -ой -ой -ой. Первый миф, который мы будем с вами изучать, это то ожирение чаще всего связано с определенной генетической аномалией. Помните, вот мама, папа, я, спортивная семья. А вот если мама и папа, значит, не спортивные, то значит, скорее всего, ожирение передается с генами. Так, ну что, давайте, что же они пишут, потом я какие-то свои вещи выскажусь. Итак, многие пациенты считают, что их ожирение в первую очередь связано с их генами. Однако ожирение обычно не связано с определенной генетической аномалией. Кроме того, маловероятно, что резкий рост распространенности ожирения за последние десятилетия или даже столетия связан с появлением во всем мире универсальной генной мутации. Более того, более того Более того Подождите, сбили меня Более, а, более вероятно, что Жирение в основном связано с изменением в популяционных экосистемах Мне тут пишут как отдонатить Отдонатить вверху ссылочка Нажимаете на эту ссылочку Наталья Юрьевна мне пишет тут И, и соответственно, там есть донат, да, там все написано. Тем не менее, у ожирения есть генетические и семейные компоненты. По некоторым оценкам, 60% случаев ожирения, обусловленных наследственностью. Во как. Говорят, вроде бы это миф, а вроде не миф. Связаны с полигенетической, не менделеевской передачей двух или более генов. Помимо наследования генетического пола, который влияет на состав тела, полигенетическое наследование объясняет общие выраженные признаки, влияющие на голод, аппетит, а также признаки, влияющие на скорость метаболизма в состоянии покоя и расходы энергии, такие как рост, мышечная масса, эффективность использования энергии, накопление жира и выделение тепла. Ну какая-то начинается эзотерика здесь, да, что мы сегодня как раз эзотерические какие-то вещи. Наконец, существующую роль также играют эпигенетические изменения в экспрессии генов. И даже они приводят вот такую интересную картиночку. Вот такую интересную картиночку. Я тоже много слышал, знаете, вот таких желтой такой околонаучной прессе, где часто пишут, что если Значит, если, если у тебя один родитель полный, то 40% вероятности тебе стать полным. Если у тебя, значит, два родителя, то чуть ли не 80% ты будешь, значит, полным. А если у тебя два худых, мама, папа, то что-то меньше 20, что ли, 10% ты вот, станешь полным. Какая-то эзотерическая вещь, эзотерическая вещь вот это все, конечно, Потому что опять непонятно, вот опять непонятно. Вот я, у меня папа толный, мама полный, братья, сестры и дедушки в 10 поколениях, допустим, все полные. Но и меня, значит, садят, и вот вопрос-то, сажают, да, сажают, и что мне дают? Адлебитум, то есть от пуза я могу есть, или у меня всего там, да, 100 грамм ячменя в неделю. Вот если у меня будет 100 грамм ячменя в неделю, я буду полный при всей вот генетической аномалии. Ну, вот они и сами повторяют, вот аппетит может быть больше. Ну, хорошо, аппетит у меня больше. Но еды -то нету. Ну, вопрос-то, еды -то нету. Я так есть хочу, каждый день есть хочу, а нечего есть. -то. Я буду толстый. Вот на какие вопросы надо отвечать. А это понятно, там, одни хотят есть, одни не хотят. И вот когда начинает скорость метаболизма, ну тогда ну, дайте ее скорость, в чем вы ее измеряете, понимаете? То есть правильно я одеваю? Понимаю, что вот у меня все полные, я газоанализаторы одеваю, у меня там, там на 300 калорий больше. А берут такого же человека с таким же составом тела, а у него там, ну, не с таким же весом, или там, ну, потому что, опять же, это разные ткани, как мы сравним-то вас. Ну, вот условно, надо более-менее таких же брать, да, и, соответственно, надевать газонализатор и сравнивать, и не хотеть показать. Скорее всего, они будут одинаковы. Ну, в общем, это эзотерические какие-то вещи. Они вроде с одной стороны сами говорят, что это все ерунда, но потом говорят, ну, вы знаете, какие-то все-таки гены существуют, бла-бла-бла. То есть, какие-то и так, и, и сяк. В общем, э, ладно, остаемся. А, еще у них есть тут вот что. Среди людей, пишут они, существуют различия в отношении скорости метаболизма. О. Итак, эта скорость метаболизма увеличивается среди молодых людей генетических факторов, таких как мужской пол, увеличение роста, увеличенная мускулатура. Но это вообще эзотерика, поэтому мы даже с вами в каком-то стриме, помните, показывали, когда взяли обмен веществ мужчина-женщина, и у мужчины он выше. Это работа, по-моему, то ли 19-го, то ли 18 -го года. Вспоминаете, я ее показывал. Потом, значит, они берут и делят на вес. И они почти сравнялись. А когда на мышцы поделили, то у женщин даже чуть выше метаболизм, чем, чем мужчин. То есть вот это вот эзотерическая вещь, которая вообще сразу показывает, ну, что люди вообще не специалисты. У женщины чуть выше. Просто когда, берут, когда нужно делить на мышцы. Поэтому и увеличенная мускулатура. Итак, я красеньким выделил, ожирение также может увеличить термоэнергию, ER, в основном из-за увеличения энергии, необходимой для поддержания увеличения тканей тела, увеличения жировой ткани. И если применимо увеличение мышечной массы. Об этом мы сегодня утром говорили, обязательно посмотрите, вот как раз это еще раз они повторяют, что с ожирением обмен веществ увеличивается. И утром мы про это, естественно, проговорили. Ладно, в общем, этот миф такой в топку, да, какой-то он полумиф, полунемиф, и тут же какие-то возникают эзотерические, да, вещи, которые, ну, честно, непонятно. Далее, в отсутствии генетической или вторичной медицинской причины, то есть, если у вас нет генетики вот этой, да, эзотерической, и вторичной медицинской причины, ожирение в основном связано с отсутствием силы воли. То есть, серьезно они заходят, они говорят, ну, если у тебя нет силы воли, ну, то, да, но миф сам гласит, то ты будешь жирным. А они говорят, не, это не так. То есть силы воли тут ни при чем. Ну давайте посмотрим. Интересно. Силы воли, если не при чем, ну давайте, а что при чем? Ну давайте смотреть. Итак, ожирение часто является результатом дисбаланса физиологических сил, влияющих на чувство голода, которые сильно сопротивляются снижению веса и слабо сопротивляются его увеличению. Помимо генетики, биологии и вторичных причин, поведенческие факторы, которые могут предрасполагать к ожирению, включают эмоции, привычки, окружающую среду, информационные пробелы, факторы вознаграждения. Эмоциональный стресс может способствовать ожирению из-за нарушения саморегуляции, может способствовать выбору более нездоровой, немедленно вознаграждающей ультраобработанной пищи вместо более здоровой, необработанной, со сроченным удовлетворением пищи. Расстройства пищевого поведения, такие как компульсивное переедание, нервная булимия, синдром ночного переедания, также могут влиять на пищевое поведение, отсутствие физической активности может быть связано с плохим состоянием здоровья, например, нарушениями опорно двигательного аппарата, неврологичес неврологическими, легочными, сердечными и другими заболеваниями, незаинтересованностью отсутствием расстановки приоритетов или отсутствием безопасной среды для физической активности. Таким образом, на здоровое питание и физическую активность влияет многие факторы помимо силы воли. Вот, но ну, это да. Тогда, если вот под таким под таким соусом, то, конечно, скорее всего, они правы, что все-таки ожирение комплексное заболевание и здесь не только сила воли, а и окружающая среда и социальное окружение и, значит, есть возможность, нет возможно. Ну, ну тут согласен, что скорее всего и вы наверняка скажете, что это комплексные подходы нужны будут они очень много в, одно, в нескольких местах очень хорошо прям называть что надо делать и как вот но ну, это я, я потом когда дойдем до этих мест я вам все-таки это э, укажу на это вот классно они в некоторых местах будут это характеризовать лечение ожирения и так далее комплексные такие подходы поэтому не выключайтесь все самое интересное будет на Бусти так, ну ладно, следующий, следующий миф. По их мнению, ожирение возникает исключительно из-за того, что вы слишком много едите. Я думал, это не миф. Я думал, это не миф. А оказывается, это миф. А оказывается, это миф. Но все же будем тогда двигаться, изучать, почему же это миф. Мантра, ешь, ешьте меньше, мантра ешьте меньше меньше, и больше двигайтесь, которую обычно предлагают в качестве универсального лекарства от ожирения, не доказала свою эффективность в борьбе с глобальной эпидемией и ожирением. Что касается ешьте меньше, эта фраза кажется предполагает, что потребление калорий зависит исключительно от количества потребляемой пищи. Вот, ребят, на самом деле вы вот видите, слова значит. Вот э, слова значит, вот тут они домотались до слов очень правильно. Да? Вот как бы глозунг ешьте меньше. Меньше чего. Вот видите, они говорят меньше чего. Она же говорит, ешьте меньше калорий надо добавить, да, ребят? А мы говорим, ешьте меньше. А, вот они, они, а они вот хватаются, хватаются за слова, как питбуль, да, и начинают, значит, эта фраза, кажется, предполагает, что потребление калорий зависит исключительно от количества. Однако энергия, хранящаяся в виде телесного жира, представляет собой чистый баланс между энергией макронутриентов, поглощаемой из желудочно-кишечного тракта, не обязательно количеством потребляемой пищи и затраченной энергии. А безогенный эффект макронутриентов зависит от количества, качества и калорийности пищи, пищи а не только от ее количества в граммах. Но тут можно согласиться, можно согласиться. Можно согласиться, что в данном контексте слова значат. Ну, как вы, согласны? Ну, тут можно согласиться. То есть нужно нам, как нутрициологам, тренерам, говорить, ешьте меньше калорий. Ну, как-то так, да, что-то как, что какое-то новое предложение. То есть не ешьте меньше, а ешьте меньше калорий. Да? Ну, как, ну, ап, ну вот как-то не знаю. Как нас сформулировать? Кашу из бересты без ограничений. Владимир Мерников пишет. Ну, вот как-то вот не знаю. Как-то сформулировать новый лозунг, да? Новый лозунг. А вот видите, они к этим словам говорят, ну, нет, не правильно. Ну, хорошо, хорошо. В принципе, я считаю, что хорошее дополнение хорошее, хорошее, хорошее такое уточнение, возможно, нужно все-таки нам с вами подумать, да, над новым лозунгом. Ну что, давайте движемся дальше. Следующий миф по их, значит, мнению, ожирение не связано с калорийностью пищи. Во как? Во, они идут дальше, представляете? То есть они режут по больному, как говорят нутрициологи. Да? То есть, они сначала уже все отрезали, можно так сказать. Вот, ух, тут не так, тут. И представляете, до, дошли даже до самого, до самого, до самого святого нутрициолога. Говорят, ожирение все-таки не связано с калорийностью. Во как! Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть, с чем же оно связано. Интересно, интересно. Так, ну что ж тут. Некоторые клиницисты и некоторые исследователи, авторы Считает, что поступление калорий равно расходу калорий. И это научно опровергнуто с предположением, что энергетика ожирения не подпадает под закон термодинамики. И мы помним, у нас недавно был э, целый стрим посвящен борьбе, вы помните, Холла, Кевина Холла с, с, с другой командой. Да? Итак, первый закон термодинамики гласит, что хотя энергия может быть преобразована, ее нельзя ни создать, ни уничтожить этот первый закон термодинамики иногда характеризуется как в основном бухгалтерский. Ну, бухгалтер, да, он сводит дебет с Закон, отражающий неизменное равновесие энергии и материи. Таким образом, основной закон физики состоит в том, что калории на входе, калории in, действительно равны калориям out, да, в их, в, когда выходит на выходе. Отрицать, что потребление калорий имеет отношение к ожирению, значит отрицать обоснованность и полезность двух основных столпов лечения ожирения, питания и поведения. Здоровое питание и поведение имеют одновременные направленные цели, чтобы побудить пациентов с ожирением избегать потребления продуктов с высоким содержанием энергии и избегать легко доступа к ним. Неизменная истина заключает в том, что в отношении ожирения потребление калорий имеет значение. Ну вот молодцы, приходят они хоть как -то. Но дальше продолжают. Тем не менее, Возможно, более применим, э, применимым направлением в лечении жирения может быть второй закон термодинамики. Второй закон термодинамики признает неэффективность энергетических систем, так как не вся тепловая энергия может быть преобразована в работу, и что неравновесный потенциал рабочей энергии рассеивается в виде тепла. В соответствии со вторым законом термодинамики пишут авторы, в биологических системах существует неэффективность. Чем эффективнее движение мышц, ферментативные реакции или мембранный транспорт, тем меньше выделяется тепла. Чем менее эффективна биологическая система, тем больше вырабатывается тепла. Если смотреть с этой точки зрения, вопрос заключается не в том, равно ли поступление калорий расходуемым калориям, а скорее в том, что подразумевается под поступлением калорий, что подразумевается под расходом калорий и каковы применимые биологические эффективности и неэффективности. Но вот хочется сказать, ребята, когда же вы дойдете до теории всасывания, да? когда же вы в каком же году доживем ли мы с вами до теории всасывания? Вам надо сначала разобраться, а вообще, всасывается ли. Правильно? Ну, на первом этапе. А уж правильно неэффективность биологических систем правильно говорят. Потому что а всасывают ли эти биологические системы. А уж потом, что они с ними делают, это абсолютно правильно, потому что использовать, ну, честно говоря, вот здесь, в сложных биологических системах, ну, вот тупо первый, второй закон термодинамики, и, и говорить, что это О, физика. Да надо же разобраться с этим биологическим системой. Они эффективно работают, неэффективно работают. Тут сейчас вы увидите хорошие рисуночки, кстати. Тут молодцы, поднимают интересный момент. Вопрос. У большинства людей с умеренной физической активностью компоненты общего расхода энергии составляют приблизительно 70% это БМР, РМР, как хотите называть, 20% физическая активность, Здесь и термогенез физической активности, и термогенез без физически, не, вот этот. <coughs> и 10% это диет индуцированный термогенез или термический эффект пищи. Это они рассказывают вот сложность би, биологической машины, да, то есть куда же пойдет эта энергия. Это очень важно, потому что когда вы помните Либих, Либих же сказал, помните, да, когда Либих говорил, Слава Вазье, они там сидели, кофе пили, и он говорил, что ой, как похоже, очень, очень как похоже человеческий организм, как похож человеческий организм на э, печку. В печку мы забрасываем с вами дровишки и кислород, а на выходе тепло, СО2 и H2O. А в человеческий организм мы с вами забрасываем, значит, вместо дров БЖУ и кислород, а на выходе тепло, H2O и, соответственно, э -э, СО2. И Либих, да, не побоюсь и слов, в то время говорил, что вот, наверное, это все равно, и вот эти колор колориметрические бомбы, колориметры как раз создавались по этому типу, и вообще все вот это калор тепло шло как раз вот по, по этой мысли Либиха, по этой мысли Либиха, и до сих пор она, эта мысль Либиха, холом продвигается и так далее и тому подобное. И они молодцы, они говорят, подождите, но система-то сложная, это же не печка, которую вот мы бросаем тупо. Система-то она, видите, но она сложнее. Давайте посмотрим на эту систему с их точки зрения. Дальше они публикуют, ну, пытаются показать, насколько сложна система в нескольких рисунках. Давайте посмотрим на экран. Итак, на входе вы видите пищевая промышленность, маркетинг, выборы потребления. И сразу они ставят, значит, термический эффект углеводов. Вот посмотрите, хороший рисунок себе сфоткайте, обязательно клиентам показывайте. Значит, термический эффект углеводов составляет 5-10. Глюкоза, используемая тканями организма, например, мышцами, мозгом, красными кровяными тельцами для получения энергии, при этом избыток глюкозы, запомните, в основном хранится в виде гликогена в печени, в мышцах или транспортируется, хранится в виде триглицеридов в Перевожу, давайте я простым словом все это буду говорить. Вся глюкоза от углеводов будет, если она лишняя, она превратится в жировую ткань. Итак, жир посерединочке. Вся, опять конец какой, весь лишний жир превратится в жировую ткань. И, наконец, белки я специально вам подчеркнул. А у нас есть фильмы, как белок превращается в жир. Ну вот посмотрите, этот фильм, ему 300 лет этому фильму. Так вот они уже в 22 году пишут, я специально вам подчеркнул, избыток белка превращается в углеводы или жирные кислоты и в основном откладывается в виде триглицеридов в жировой ткани. Ну, ребят, ну я, я это сказал когда, там, 500 лет назад, прочитав любую биохимическую книгу. Я там показываю вам все реакции, как это происходит. А это сказал, там, Волков, там, 800 лет назад, там, и биохимики, как эти, как он называется, все эти биохимики 300 лет назад. Ну, как можно еще по-другому говорить? Хорошо, следующую они предлагают вот такую интересную генерацию тепла. Они здесь как раз рассказывают про генерацию тепла. И здесь у нас термический эффект пищи, клеточное дыхание, клеточная работа. Но к чему эти все истории? Они показывают, как сложно, куда может идти энергия, где она может теряться, где она может рассеиваться. Все это очень сложно. И говорить опять по либиховской системе, что это просто вот в дровишке кидаешь и вот все тут очень все понятно, все ясно. Давайте применим там второй закон, первый закон термодинамики. Все тут будет ясно, все это элементарно, Ватсон. Но это абсолютно, они говорят, не элементарно Пос посмотреть, сколько энергии, куда идет. И то они берут крупные мазки. Если они все вам формулы все тут выложу, тут будешь до утра их читать. Ну и в конце они публикуют вот такую интересную картиночку. Давайте ее тоже себе пофоткать, будет она интересная. Это фактор, влияющий на поступление и расход энергии. То есть они все это резюмируют, они там много чего пишут, несколько страниц пишут, я, естественно, вам все это сократил. Потом уже, когда мы все закончим, я выложу эти документы ВКонтакте, и вы уже там по почитаете, а всю презентацию положу на бусте, кому будет нужна, там больше, больше 100 будет она там, да, там 115-120 листов презентации, вы там на бусте заберете, кому интересно. Значит, вот вам калории, которые входят, да, то есть калории, которые входят в человеческий организм, это на что, что влияют факторы, влияющие. Вы видите энергетическая плотность макронутриентов, там 4, 4, 9. Соотношение клетчатки и воды, гликемический индекс, гликемическая нагрузка. Лоу, вот это помните? Дальше. Баланс между увеличением гормонов голода и гормонами, которые уменьшают голод или увеличивают сытость. Вот эти орексогенные гормоны. Сигнал аппетита, ощущение тела и маркетинг продуктов питания, тоже это психический процесс, дальше фулнес, тут почему-то они не записали, время эмоций, окружающая среда, награда, информационный пробел, ну когда ты тут чуть-чуть это, да, чуть-чуть. Нет неокортекса. Дальше. Психический стресс. Психиатрические заболевания. Расстройство пищевого поведения. Беспорядочный сон. Некоторые препараты, вызывающие ожирение, усиливают чувство голода. Некоторые лекарства от ожирения уменьшают чувство голода. Нарушение всасывания углеводов в кишечнике. Нарушение всасывания жиров в кишечнике. Микробиом ограничение приема пищи и, или уменьшение всасывающей площади поверхности эндотеля кишечника. Например, бариатрические хирурги, если вам обрезали кишечник. Ребят, все это влияет на калории ин. Да? Я думаю, что еще больше куча, куча они ничего не написали. Можно до утра тут писать. Еще много чего влияет. теория всасывания. Но они сказали, вот энергетическая плотность макродея, нужно все-таки еще всасывание макронутриентов и скорости. Далее калории OUT. Да? То есть выход Термический эффект пищи, уровень метаболизма в покое, физическая активность, физические упражнения, термогенез нефизической активности, лекарства, которые выводят энергию, например, ингибиторы натриоглюкозного транспортера два фактора, влияющие на разобщение белков, коричневый, бежевый, белый жир, би, ну его сколько у вас? Да? Беременность и лактация, адаптация скелетных мышц, адаптация скорости метаболизма покоя к снижению веса. Эффективность и неэффективность метаболической энергетики организма. Ну вот, что они приводят. На самом деле, наверняка, конечно, и на этот больше, и тут больше, но э, опять это все-таки в теорию сложной биологической машины, что, ребят, давайте вот все-таки в, в этих сложных биологических машинах просто применять первый, второй закон термодинамики нужно все-таки как-то как более осмысленно, чем вот калорий in и калории out. Вот, вот их, их мысль, можно соглашаться, можно не соглашаться. Я просто попытался передать. Они много что там написали, я попытался, вот, ну, за 5 там, минут попытался вот их мысль вам передать. Не знаю, получилось, не получилось, но в общем как-то так. Далее, следующий миф ожирение вызвано употреблением обработанных пищевых продуктов. Ну, здесь более-менее как-то понятно. Здесь более-менее как-то понятно, но давайте все равно прочитаем их мысли. Поехали. Некоторая обработка требуется для безопасности пищевых продуктов. Тем не менее, многие продукты сильно обрабатываются таким образом, что они становятся более энергетически плотными, менее плотным по питательным веществам, более эффективно усваиваются в кишечнике и в целом менее полезны для пациентов с избыточным весом или ожирением. Это вызывает особую озабоченность в тех регионах мира, где наблюдается эпидемия ожирения. Необработанные, переработанные или ультраобработанные продукты часто различаются по пищевой ценности. Вокруг. Энергоемкие сверхобработанные продукт способствуют ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и повышенной смертности. Продукты часто имеют большую плотность калорий, более эффективное всасывание в желудочно-кишечном тракте и меньше микроэлементов и клетчатки. Употребление ультрапроработанных продуктов часто приводит к большому потреблению углеводов и жиров и, следовательно, к большому потреблению калорий. Вот интересный момент, мне хотелось бы сказать, что вот они пишут, что сверхобработанные продукты способствуют ожирению, так как они... Значит, имеют типа больше колоража, и они где-то там еще пишут больше колоража. Я, конечно, вот ну, не знаю. Я вот понимаю, хочется сказать, но, ну, ребята, а вы вот эту картиночку хоть раз в жизни видели? Но вы пишете, что ультрапереработанные продукты, они более калорийные. Более калорийны. Вот вам калорийность одного и того же, одной и той же миски. Бурого риса, то есть необработанного, паде, рис-пади, то есть нетронутый, интактный, как говорят ученые, интактный рис. А, а вот вам обработанный рис. 160-120 килокалорий. Так подождите, по-моему, он меньше в, Zone. <mex nữa> в калориях обработанный. Что-то, блин, как-то... Какой-то вот like... общая мантра какая-то сообщается, like... like ультрапроработанные пару, они более калорийные. более... No с чем сравнивать? <laughs> подождите, ну с чем сравнивать? Ну, я не знаю, если вы с огурцом сравните, то, скорее всего, да, 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 да. Огурец менее калорийный. Ну, подождите, надо, надо, надо как-то разобраться. Не, нельзя так вот все гребенкой сказать, вот ультра, какие ультра Ну, давайте прими, например, приведите. То я сейчас привожу пример, наоборот, 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 ультраобработка с него снижает калорийность. Поэтому, ребят, вот тут, конечно, хотелось бы уточнение, да, что такое ультраобработанный продукт. Что это такое, ну да. Так, лайки поставьте, 50 человек присутствует, а всего 41 лайк. Ну-ка, давайте, нажмите, нажмите, сделайте хоть соточку лайков-то. Так, хорошо, хорошо. Ну, давайте еще не все, еще не все, еще не все. Далее, 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 далее. Тем не менее, общий посыл заключается в том, что переработка не всегда приводит к получению менее полезных продуктов. Однако, особенно в регионах мира, переживающих эпидемию ожирения, продукты становятся менее полезными, когда они подвергаются ультраобработке, чтобы быть более калорийными, когда из них удаляется клетчатка и микроэлементы. Когда удаляется клетчатка, и становятся продукты менее калорийными. Это они что-то перепутали. Перепутали. Ну, бывает иногда, что-то записались. А, тогда, а также, когда продукты производятся с добавлением сахара, подсластителей, жира. Ну, это да. Но там они вот чуть перепутали. Таким образом, в то время, как некоторая обработка пищевых продуктов часто желательно, Многие продукты с высокой степ степенью обработки не только повышают риск избыточного веса, ожирения, кардиометаболических факторов, риска сахарного диабета, второго типа сердечно-сосудистых заболеваний, рака, синдром раздраженного кишечника, депрессии, слабости и смертности от всех причин. О. Но и опасность эффекта ультраобработанных продуктов усиливается, когда потребление ультраобработанных нездоровых продуктов способствует привыканию подобному употреблению тех же самых нездоровых продуктов. Ну, понятно, понятно, чуть в одном месте перепутали, но... В целом, как бы такая популярная мантра, которую мы с вами помните, мы изучали вот этот АХА или что там американское со 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 сердце, помните, давала э недавно, да, выходила и когда тут мы вот рассматривали тоже на, на нашем стриме э рекомендации по питанию для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот там вот это уже тоже обязательно убрать электрообработанные продукты. Ну вот это вот такая популярная мантра, чтобы поднять цену на необработанный продукт. Они в два раза становятся дороже, представляете, да? То есть раньше этот вот выкидывали, вот это все, все отруби, все выкидывали, никому не нужны были. А сейчас дошли до того, что это продается не, не, неизвестно какую сумму. То есть теперь меньше надо тратить энер энергии всего-всего на этот хлеб. И можно его еще в два раза дороже продать. Ну как вот додуматься до этого? Вот это вот серьезно. Молодцы. А, далее ожирение вызвано привычкой завтракать. О, вот это я не слышу. Вот это честно, я не слышу. Ну-ка, давайте я гло глоточек кофейку сделаю, а вы мне напи напишите. Ну-ка, поставьте плюс. Вы слышали такой миф? Ожирение вызвано привычкой завтракать. Ребят, ну-ка, а я кофейку глотну. Слышали хоть раз в жизни? Да, ожирение. Вызвано привычкой завтракать. Джимовик слышал. Жимовик слышал. Ну, а что? Все, больше никто не слышал. Да, слышал ВЛБ. Я не слышал. А я что-то наоборот, а я наоборот слышал, что если ты не завтракаешь, будешь, но. Кант не писал о вот таком. Согласен, согласен. А Никита не слышал. я Никита не слышал. Я не слышал. Я, наоборот, слышал, что ожирение вызвано. Когда ты не завтракаешь, наоборот. Я наоборот слышал. Замятин что-то говорил про завтраки у толстяков. О, ничего себе. Андрюха Глеб, значит, значит, знал, значит, Ольга не слышала тощий кардио из этой серии. А, может быть, может быть. А, ну, обычно наоборот, Лен. Я наоборот слышал, да. Я наоборот миф слышал. Я никогда не слышал вот этот миф. Такой он какой-то, видно, американский, американский миф. Я... ну, видите, у нас ребят слышали. Я наоборот слышал. Наоборот, да. Я слышал. Всем бутерброд с крапивой по рецепту автора канала Ольга Некрасова. Ольга Некрас. Понравился ей э, этот, как он называется, мой рецепт бутерброда с... из детства. Бутерброд, из детства. Лендовер про это говорил. Он только ужинает. О, красавчик. Объясняю это тем, что гормон роста только на низком сахаре позавтракал, остался без соматотерапина. Ух, елки. Поел утром, а в один уже аппетит плющит Может поэтому Слышал про ужины у толстяков Это вещь Не, Володь, про ужины это все понятно А Пахан -тал, Тал слышал Не, про ужины все это ясно Мы... И вот про этот миф Ну давайте посмотрим Давайте посмотрим, как они его Этот миф Как они его Значит это Ну Парируют Парируют этот миф Так Завтрак определяется временем суток. Первый прием пищи обычно утром, а не его количественными калорийными и качественным содержанием. Воздействие завтрака на здоровье может различаться у взрослых и молодых людей. Но даже среди взрослых завтрак часто называют самым важным приемом пищи. Ну, мы так и думали. Отсутствие обычного завтрака связано с увеличением кардиометаболического риска и сердечно-сосудистых заболевания. Ну, вот, ну, так мы и думали. Вот, да, первый раз они, по-моему, уп употребляют слово мет анализ РКИ. Наконец хоть они слово такое подребили. Показывает, что наста э, настаивание пациентов на завтраке не всегда может быть хорошей стратегией снижения веса. Ну вот видите. — Концептуально может быть сложно утверждать, что пропуск одного завтрака вреден, учитывая часто благоприятные данные о влиянии прерывистого голодания, ограниченного во времени приема пищи. Ну, правильно они пишут, потому, потому что как бы, сейчас огромная база, да, ребят, по интервальному голоданию, у нас прерывистому голоданию, ограниченному по времени питанию. У нас, по-моему, 4 или сколько там, у нас даже есть плейлист по этому. Вот они это подтягивают и говорят, ну, а что плохого-то? Ну, правильно, правильно, все хорошо. Тем не менее, неясно, возникают ли клинически значимые различия в массе тела при ежедневном завтраке по сравнению с пропуском завтрака. И те, кто завтракает, может быть компенсаторное увеличение физической активности в конце дня. Во, как они пишут, ничего себе, еще раз. У тех, кто завтракает, может быть компенсаторное увеличение физической активности в конце дня. В то время как у тех, кто не завтракает, может быть компенсироваться увеличением потребления энергии в конце дня. Ну, опять, может быть, не может быть, ну, хорошо. За исключением возможного повышения чувствительности к инсулину во время завтрака. Результаты для здоровья могут быть различаться в клинически значимой степени у взрослых, которые завтракают по сравнению с теми, кто не завтракает. С точки зрения баланса калорий, клинически значимых изменений массы тела для здоровья, пациенты наибольшее значение могут иметь обстоятельства пропуска завтра, завтрака, полезное содержание завтрака и то, как это влияет на общее ежедневное потребление энергии. Отсутствие желания завтракать может свидетельствовать о расстройстве пищевого поведения в ночное время, что может способствовать увеличению общего суточного потребления калорий. Ну и, наконец, в конце, в конце, в конце, в конце, они говорят. Что касается содержания завтрака, то не все завтраки одинаковы. Во как? И не все приемы пищи на завтрак имеют одинаковые клинические последствия. Ну, правильно, завтрак, завтраку розницу, согласитесь. Например, особенно у пациентов с ожирением, дислепидемией гипертонии, можно ожидать, что ежедневный завтрак, состоящий из ультрапереработанных э, продуктов мяса углеводов, насыщенных жиров с высоким содержанием энергии, содержащий более 1000 килокалорий на завтрак и более 2 грамм натрия будет менее полезным, чем ежедневный завтрак, состоящий из греческого йогурта, овсянки, ягоды или орехов, содержащие 200 калорий и менее 100 миллиграмм натрия. Для некоторых пациентов пропуск нездорового завтрака. Вот это правильно. Вот это правильно. Вот для некоторых пациентов пропуск нездорового завтрака может быть более полезным, чем потребление, значит, нездорового завтрака. Чем потребление... Подожди. Значит, более полезным здоров, нездоровый завтрак лучше пропустить. Лучше пропустить, чем его потреблять. Вот, правильно. Таким образом, употребление завтрака вполне может быть важным для многих людей, проходящих лечение от ожирения. Однако это может зависеть от калорийности и питательности завтрака. Ну, как бы прописные истины. Тут они сказали прописные истины. И как бы, ну и хорошо, ну и хорошо, правильно. Нужно все-таки дифференцировать завтрак завтрак урознь. И вот если есть хороший завтрак, а что такое хороший завтрак? Мы же сейчас про ожирение с вами говорим. Завтрак хороший, от который калорийный. Но я напомню вам, напомню. В каком-то мы с вами на каком-то стриме э, рассматривали, помните. Или фильм у нас есть. Сколько раз, по-моему, есть надо. И вот взяли как раз мета-анализ и отсмотрели все, сколько раз есть. И самый, естественно, выиграл один раз в день. Завтрак Канта, помните? И вот мета-анализ, он говорит, ну, ё ну, понятно, что если вы хотите худеть, то и и и сколько раз в день нужно есть? Один. Вот помните, да? Один раз. Поэтому хочешь на завтрак поешь один раз, хочешь в обед. Э -э Кант, по-моему, на ночь там ел, да? По-моему, на ночь он ел. Вот. Э -э поэтому вы сами определитесь как назовите это, завтрак или не завтрак. Старик Жимовик объясняет тем вот этот гормон роста только на низком сахаре. А зачем он вам нужен-то гормон роста? Хоть объясни, чем они объясняют. Почему? Зачем он вам нужен-то этот гормон роста? Вам-то он зачем нужен? Так, ну хорошо. Хорошо, что у нас дальше? Еще один миф. Ну, такой он, скучненький, ну давайте его посмотрим тоже. Ожирение обычно вызывается патогенами в кишечнике. Ребят, на самом деле они там много-много-много чего пишут. Я прям буквально вам собрал. Они там рассматривают какие-то все патогены, несколько листов этому посвятили, но это вот сидеть, разбирается с этими патогенами. Он, он для меня немножко скучноват, я что-то вот. Прям на одну страничку. Значит, недоедающие люди с недостаточно весом могут извлечь поль, пользу из микробиоты. Важное, вот сейчас важное предложение. Итак, слушайте, переедающие, значит, еще раз, недоедающие, то есть худые люди с недостаточно весом могут извлечь пользу из микробиоты. Внимание, которая способствует более эффективному усвоению питательных веществ. А мы где-то на стриме или на фильме, вспомните, говорили, даже фильм у нас, по-моему, есть. Ребят, не увлекайтесь вы этими вот этими кисломолочкой, микробиотными всем. Почему? Потому что это все в свое время было придумано для коров, для, значит, чтобы они лучше все усваивали и бы больше набирали вес. Поэтому тут вот такая тоже, если у вас еда для битум, хорошие привычки в питании, да, то есть еда доступна везде, то вот эти микробиотные дела наоборот ускорят вам поступление питательных веществ, кефирчик на ночь, и вот эти вот такие вещи. Хорошо, в кефире там хоть нет никаких, микробиотов, да? Передающие люди с, с предожирением или ожирением могут не получить пользы, а могут пострадать от микробиота, который способствует более эффективному усвоению питательных веществ это вам все кисломолочки и всякие вот эти, ну, там, более серьезные какие-то ацидофилины и так далее. Для большинства людей ожирение является многофакторным заболеванием. Клинические результаты исследований эффекта фекальной трансплантации у людей с ожирением отличаются от результатов исследований, проведенных на грызунах. Например, трансплантация фекальной микробиоты от худощавых людей пациентам людям с ожирением еще не приводило к постоянному снижению индекса масс тела, несмотря на изменения в профиле кишечного микробиома и желчных кислот после э, похожих на, на худых доноров. То есть пытались эту микробиоту худень от худенька убрать полному, ну крыскам прививать дрозофилам каким-то не знаю еще кому-то и людям прививать, ну Пока ничего интересного. Таким образом, в, э, в настоящее время полезность терапии в основном э, в основе микробиоты в качестве лечения остается неопределенной, и использование восстановления микробиома при ожирении может быть лучше, э, может быть лучше ограничено исследовательскими условиями. То есть пока ничего, как они заявляют. Но вот важный, да, вот вверху были было важное предложи, э, предложение, которое мы, кстати, уже где-то упоминали. Так, дальше. Следующий миф. Ожирение возникает из-за отсутствия доступа к растительной пищи. Так, что тут у нас кто написал? А, назад хорошо заходит ваш коктейль. Помидоры, куркум. А, отлично, да. Сейчас, тем более сейчас да, ребята, сейчас, если туда добавишь еще. Это как он называется? Вот перец. Сейчас же вот этот идет красный перец, вот этот красный, зеленый перец это вот самый, да, вкусный все такое. Помидоры какие сейчас. Ой. А Амеры на завтрак пьют брони кофе. Кофе плюс кокос, кокосовое масло. Типа ин, инсулин не поднимается, а энергия приходит. А, ну хорошо. Хорошо. Так, давайте, давайте, давайте. Следующий миф мы рассмотрим. И здесь у нас будет следующее. Продовольственные пустыни. О, ну, это где живут, вот посмотрите, можно определить, как регионы, страны, в которых проживает большая доля домохозяйств с низкими доходами, так американцы и называют. И, в общем, что там у нас есть, это 10% участков Соединенных Штатов определены как продовольственные пустыни. Там, значит, что тут, предлагают свежие продукты и полезные для здоровья продукты по доступным ценам, то есть там все хорошо. Учитывая, что ожирением страдает 42% взрослых, учитывая, что только 5 людей процентов живут в районах, определенных как продовольственной пустыни, маловероятно, что отсутствие близости к растительной пище является причиной ожирения для большинства людей с ожирением. На самом деле, хотя процент викторианцев и веганов по-прежнему низок по сравнению с всеядным, на самом деле он увеличивается. Вероятно, по крайней мере, частично это объясняет растущим количеством доказательств того, что Подождите, того, что здоровое питание на основе растительных продуктов связано с уменьшением частоты ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, возможно, смертности из всех причин. Забыл ссылку поставить. Однако, несмотря на увеличение числа викторианцев эпидемия ожирения продолжает расти. Возможно, объяснение заключается в том, что преимущество растительной диеты для здоровья сводится на нет, когда более полезные для здоровья цельные продукты растительного происхождения с натуральной клетчаткой, питательными веществами заменяются растительно ультрапереработанным продуктами, жареной пищей и рафинированными углеводами. В качестве наглядного примера можно привести то, что примерно 40% населения Индии являются викторианцами. Это 300-400 миллионов человек. Несмотря на высокий процент викторианцев, распространенность ожирения в Индии составляет 40%. Причем самая высокая распространенность наблюдается в Южной Индии – 47%. Кроме того, выкцы из Южной Азии особенно подвержены повышенному, а не уменьшенному риску увеличения центрального жирения, висцерального жира и сосудистых заболеваний, на которых может влиять распространенность с культурно-обусловленного употребление растительной пищи, такое как белый рис. Вот он вам, белый рисик. 22 год, ссылочка. Существует мало доказательств того, что отсутствие доступа к растительной пищи является причиной ожирения для большинства людей. Вот это молодцы! Да, ребят, давайте ка я вот тут вам еще раз подчеркну это. Вот они хороший пример. Они говорят: вот вам Индия, там что-то столько миллионов, столько-то миллионов вегетарианцев ожирение 47 процентов 40 вот вам шах и мат вегетарианцы А мы про это, ребят, сколько лет говорим, сколько лет говорим, сколько лет говорим, когда вы прекратите, когда вы прекратите, ребят, когда вы прекратите подменять одно другое. Вы одно отбираете, другое насыпаете. Каждый раз называете то одно один продукт, то другой продукт. Ну что это? Ну что ж ну, вы продолжаете. Продолжаете, продолжаете, продолжаете. Подменять одно. Так, Левша что-то пишет. А Б, подскажите, как относится к Елене Мотовой? Она тоже много исследований транслирует. Не первое слышу вообще. Ни разу не слышу. А, знаю одного Кри Кришнаита, режиссер, как Будда по фигуре. Вот. А -а -а. Так, вот вам, молодцы, молодцы. Так, дальше, давайте следующий миф, следующий миф. Ну такой для для больше для э, этих для мамочек. Отсутствие грудного вскармливания в течение полных двух лет является основной причиной ожирения. Это у нас, по-моему, заключительный миф, ребят. Давайте его разберем, давайте его разберем. Итак, поехали, поехали, поехали. Это последний заключительный миф и все. Польза грудного вскармливания здоровья – это не миф. Во как. Однако грудное вскармливание часто создает проблем для матери с ожирением, которые могут усугубиться излишним беспокойством, стыдом чувственной. Дети, которых кормят грудным молоком, имеют более низкий риск развития метаболических последствий, связанных с ожирением, возможно, из-за эпигенетического влияния, то есть изменения экспрессии генов без изменения последствий генетического кода, имеют микробиом более устойчивого к ожирению, более здоровый вкус, пищевые предпочтения, общий более низкий риск развития ожирения. Так, сейчас будет хороший интересный момент. Вот документы интересные, я вам советую, особенно вот кто у нас девочки, почитать. Хороший документ это вот... Я так понимаю, Американская Академия Педиатрии полностью документ 22 -го года посвящен грудному вскармливанию. ребят, почитайте обязательно его, э, женщины. Э, здесь сразу вам, вот я вам вывел. Значит, эта Американская Академия рекомендует вскармливать то, ну, до 6 месяцев. То есть, они говорят, дальше это тоже хорошо, но до 6 месяцев обязательно. Не называет эти цифры 2, она говорит, ну 2 это, это из, 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 из эзотерических каких-то вещей. Вот. 6 месяцев, 6, а не 2 года. А миф звучит, надо обязательно 2 года и так далее. Еще один хороший момент, обратите внимание, они приводят интересное тоже предложения. Вот послушайте. Однако у матерей с ожирением состав тела молока может отличаться от состава молока худых матерей, что может иметь последствия для потомства, находящегося на грудом скармлю. Ребят, ну вот-вот-ну-вот-ну что, вот-вот-вот вам. Вот слышите? вот еще раз. Более того, мало вероятно, что отсутствие адекватного грудного скармля кажется на единственной причиной предсказания неизменного предопределенного пожизненного состояния жири, жирения ребенка. Вместо того, отсутствие грудного скармля может быть одним из многих потенциальных факторов, которые могут быть применимы к многофакторам заболевания, такой как ожирение. Вот, ребят, вот послушайте, первое предложение еще раз себе пометьте. 20-й год исследует. Еще раз. У матери с ожирением состав молока может отличаться от состава худых что может иметь последствия для потомства, находящихся на грудном вскармливании. То есть, условно. Еще раз. Вот вам. Вот вам слушайте. Вот вам говорят. Мамочки, обязательно, обязательно вскармливайте своих детей до 6 месяцев. 47% мамочек страдают ожирением. Вот Индию беру. Америку там 37%. Россия там 40 процентов. Тут Ильян сказал, каждый пятый страдает ожирением. В каком-то году уже сказали, в шестнадцатом году Тульян Ильян сказал, каждый пятый, значит. А в каком-то я увидел уже каждый четвертый. Но вы должны сказать, подождите, вы сначала 20 процентов жира с мамочки, а потом только разрешаете вскармливать. Иначе, как мы сейчас вот перейдем в... Дом драконов, да, там, там есть кормилицы, худые кормилицы передавайте тогда детей кормилицам, как в, дом, в доме Дракона, правильно? В общем, ребят, э, на этом мы рассмотрели все мифы, э, мы рассмотрели все мифы, ну все, в смысле все, которые мы на сегодня с вами собрались рассматривать. Давайте я сразу скажу, какие у нас мифы. Какие мифы впереди? Давайте я покажу, какие мифы впереди, и тогда еще что-то обсудим. Значит, впереди у нас посмотреть э, мифы про лечение. Они а перед вами. Интересные, здесь очень много интересного. И здесь, я думаю, будет два стрима. Это мы рассмотрим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мифов. И еще один стрим рассмотрим. Четыре мифа. Четыре мифа очень тут много чего интересного, есть о чем поговорить, есть о чем по рассуждать, поэтому я думаю, еще два стрима мы проведем как раз с ОМА, да, с этой медицинской ассоциации ожирения. Так, ну что, готов отвечать на ваши вопросы, готов обсуждать. Коры ягненка с французским красным норм. Да, Саш, супер, супер, привет, привет, ты приехал, да, молодец. Летал куда-то себе, там куда-то, да, красотища. Коры ягненка, это же с красным, да, это же вообще полезно. Это что, полезно, французский. Французский вкус у тебя, Александр, французский вкус, молодец. Так, что я тут понял? А, Б, правильно ли я понял, что если добавить в творог 10% отруби, да, скорее всего, это будет так. Мы так не доисследовали это. Говорят, что кто не толстеет, у того гли... <laughs> ну, я понял. Помню, был у Мумбаи, ел там гамбургер, пока не сказали, что он без мяса. Сам бы не догадался. Ну, а сейчас ты что? Там сейчас целая индустрия, поэтому ты что? Делают вот эти растительные мяса, да? То там, говорят, вообще не отличишь. Я не пробовал, не пробовал. Левша, спасибо, спасибо, да спасибо вам значит давайте еще там какие-то вопросы отвечу можно отблагодарить есть у нас донаты вверху прикреплены если кто хочет пожалуйста главное не на завтрак а б мне зашло про про то как нужно смотреть телевизор по пелефину каким таким образом надо в магазин ходить знаете я так и в конце не в конце так и не прочитал там вспомнил сейчас дождитесь секундочку так, 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 так. Так, в конце там вот так написано сейчас. Где я пелевинский брал-то? Вот. А в конце, в конце, послушайте, не секрет, что пятый буддийский способ смотрел, телевизор, практиковали многие дзенские мастера, в том числе и все. Дзейди, Дзёдзи, все Дзёдзи, известный, известный, значит, наверное, мастер, написавший однажды чудесные строки о своем опыте просветления. Все Дзёдзи. Итак, что он пишет? Как чудесно, как таинственно, я пью просто, пью. я пью просто пью чай, я просто смотрю телевизор. Какие чудесные слова, ребят. Ну, все дздзи, еще раз. Как чудесно, как таинственно, я пью просто пью чай, я просто смотрю телевизор. Но это вот уже 12 джана, это уже полное просветление. Молодец, молодец. Ну, к этому надо стремиться, ребят, всю жизнь к этому найти. Я как я тренировался, вы помните, известного блогера, включал его, включал. И по полчаса, да, как учит нас мастер, по полчаса смотрел его стримы э, полностью с отключенным звуком. Ну, это, вот как? Вот умение же. Тренировался. Так... Каким таким образом надо магазин? Ну абсолютно, но то же самое, но это же обязательно, Илюш обязательно твоя задача вот эти тренировочные какие-то набеги делать. Кстати, я подумал, а каким образом сегодня подумал, помните, я вам все сказал, а как смотреть телевизор с выключенным изображением, но с включенным звуком? А как? Я элементарно что-то вы мне не подсказали сегодня. Накрыть телевизор, накрыть, звук идет, а видео нет, просто накрыть его, правильно? То есть звук есть, а видео Поэтому также абсолютно ходить по, по, э, в магазин. Сначала вы идете в магазин, который закрыт, да, который закрыт, и просто по нему ходите. Потом идете в магазин, где уже где-то мало товаров. Да? Я думаю, как-то надо придумать вот это, Илюш, надо подумать. Вот эти техники, техники, я понял, ты хочешь спросить техник. Какие-то э, подводящие техники. Подводящие, да, надо подумать. В закрытый магазин ходить, да, что-то. Что-то такое. Так, га, ГАБА, э, Лампа ТВ. Правильно я понимаю, что про, про ГАБУ ты задаешь вопрос? Это гамма-аминомасляная кислота? Это про это? Мы уже сколько раз про это говорили? Уже раз 200. Консервы очень вредны. Очень нравится. Задача набрать. Аппетит только на них срабатывает. Сори за вопрос. Но почему? Нормально, консервы. Чем они вредны, консервы? А чем они вредны, консервы? Ребята, ну прекратите. Что такое консервы? БЖУ. Ну, бежу, а бежевые вредны? Чем они вредны? Ешь, и нравится тебе, ешь. Там у них, у Зикурата свои телевизоры были. Но они запрещены. Красавцы. Так, ребят, ну давайте поделитесь. Поделитесь. Драконы у нас вышли, да? Дом драконов, первая серия. Без спойлеров. Ну, давайте поделитесь эмоциями. Пока без. Ну, не спойлерите, потому что не все, наверное, посмотрели. Э, как вам драконы? Как драконы без спойлеров? Просто эмоции. Просто эмоции. Первая серия драконов. Драконы, не беда. Та-да. -да, там есть карлик. Там есть карлик. и та на -да, на глаза. Помните. Та-та-та-та-та. Я посмотрел уже, Сань, что ты? Ну что это? Я думаю, ты сейчас придешь, поделишься эмоциями. Я хочу. Я-то а что я в майке-то? Ну, Санчес, ну посмотри, я что в майке -то? Я думаю, что нарядился-то Я уже, я уже пропитался, старки, стар. Нет, а где, а где, а где Ланнистеры? Ну кто смотрел? Где Ланнистеры? Почему Ланнистеров нет? чего то в первой серии нет Ланнистеров. Старки появились в конце. А где Ланнистеры? Не было Ланнистеров. Я ждал Ланнистера, в майку нарядил, все, оделся. Думаю, ну где там? Не, я не посмотрел. Катара, -та да. Так в актерском обучении есть такое убеждение: тебя должно быть интересно смотреть без звука. О, видишь, как круто. Ну, это это вот практики уже, это практики, это про, буддийские практики. Про гамму аминомасляную кислоту мы говорили, потому что проблема в гама-аминомасляной гамме кислоте всегда в самом препарате. Она постоянно, постоянно не пересекает гематоэнцефалический барьер. И там куча препаратов есть про ГАБА, да, а, все, они не пересекают гематоэнцефалический барьер. А те, которые пересекают, за них можно получить и уехать там, где летом холодно в пальто лампа. Поэтому вот так. Борисович в Качковской паблик пишет, что ГР обладает жиросжигающим эффектом. Называют антиантагонистом инсулина. Для похудения не советуют есть пострение. Рекомендуется завтракать. Блин, ну то вы представляете, ну старик же Мавик, ну старик же Мавик, вы представляете, у нас есть фильм, который там, ну, указывает на какие-то микро-микро, вот старик же его эффекты, которые по-любому ваш жиржигание всегда связаны с, с, этим, с питанием. И вот представляете, за такие деньги, старик же какие-то 0 целых, получить какой-то 0,0, целых, и то продолжать тренироваться, продолжать диетиться, и за такие деньги вы хотите 0,0 или там вот, вот этим манипуляциям. Да, ребят, ну это, но ну, же Бога нет. Ну, прекратите, мышца он не растит. Жир он это непонятно. Он, может быть, усиливает при тренировке, при долгих тренировках может быть, усиливает 0,1 миллиграмм жира будет по сожжено больше. Ребят. Единственное, что он делает, это ремонтирует связки. Только для ремонта. Он нужен для ЛФК. Все, это без... Ну, такие деньги, это бесполезная, бесполезная добавка. Сейчас, кстати, хотите кину, получили, наконец-то, пролонгированный гормон роста. Все, сейчас будет эра длинного гормона роста. Вот новая работа вышла, я еще не читал, кину ВКонтакте, почитайте. Эра длинного гормона роста. Ну, пфф. Чем он? Непонятно. А я на начало не успел. Бой Усика обсудили, техника, никаких сотрясений. Нет, не обсуждали, никто не предлагал. У нас вот Андрей э, с э, лаборатории бокса подписан. Не знаю, Андрюха здесь, нет. Посмотрите, у Андрюха уже 28 фильмов снял. Елки-палки, перед этим снял 3 фильма. Или там 5 фильмов. Так. Усик. Два дня до боя Усика, один бой для, до боя Усика, техника Усика, это Усика, ну, все сейчас на, на этом бое, ну, ш, ну, уже 500, давайте обсудим там, блин, э, э, ну, елки-палки, сам бой, сам бой, ну, в и страшно, в страшно, елки-палки. Вот, но обсуждение, то есть, сколько боев крутых, ну, крутых боев, ну, вот, тяжеловесы, это вот все время какая-то проблема, понимаете, это вот проблема бокса, тяжелые веса, ну, там всегда, ну, вот, какие крутые бо бои, есть Крофорт, да, есть иное, блин, есть э, Ломаченко, ну, есть, ну, ну, капец, просто бокс какой великий, и вот это вот, вот это то, что вот приходится смотреть, конечно, 40 миллионов. Эти получают, настоящий боксер получает по 2 миллиона, а эти получают, блин, по 40 миллионов. За что, блин? Это вообще, конечно. Ну, смотрим, смотрим, что же делать. Смотрим. И вот эти 500, 500 видео. Андрюха, если смотрит, ее 500 видео. Ну, о чем там говорить? Андрюш, ну, если ты вот смотришь, ну, блин, ты бы лучше про иное бы 500 видео снял. Лучше бы снял, блин, там... Про Кроуфорда 500 видео снять, правильно? Ну блин, ⁇ -мо ⁇ но ну, про это снимать какое-то позорище. Ну позорище смотреть нечего. Было. Тыкали, 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 тыкали. Какой-то любительский бокс 805-го там это. Ну, честно, честно. Не знаю. В мою, может, не, ну, не профессионал, конечно. Ой. Скучнейший, я ждал до двух ночи, 15 раз чуть не уснул не знаю. А, а бы не нашел, но я ее не снимал, я ее не снимал, а где ты ее возьмешь-то? Про то, что можно рассказывать, про то, что работает и нельзя рассказывать. Как снимать, что хочешь, меня забанили. Джошу грязнил, ну и что? Ну это хорошо, Илюш. Ну это хорошо. Ну ты возьми бой Кроуфорда, возьми все бои Крофорда, возьми бои Мэнни Пакиал, возьми Май -Везер бои, Май... возьми все бои Ное, да? Возьми Ломаченко, ну, ну, и, и посмотри, вот это сравни, вот это сравни. Вот это, вот это все перечисляю тебе там. До бесконечности можно перечислять. Это Ребят, это за 40 миллионов это Не знаю. Не знаю. Ну, ребят, ну весь тяжелый вес, он вот такой. Вот такой. Вот обнимание. Так, пародия. Согласен. Согласен. Я голодал, худел, когда стал есть 5-6 раз в день, стали расти мышцы, чисто мой опыт. Ну, молодец, хорошо, нашел для себя какой-то вот график. Александр Борисович, как относится к интуитивному питанию? Работает, Лен, ну вот поймите одно: любое, любое, любое интуитивное питание, любая диета, любые подходы, если вы их для себя нашли, Леночка, то они ваши. Существует более тысячи диет. Понимаете? Более тысячи. Почему? Потому что существует 8 миллиардов людей на планете Земля. Должно 8 миллиардов диет существовать. Пока еще-то их более тысячи, а давно 8 миллиардов. Вы говорите, вот интуитивное питание. Ребят, вы должны понять, Лен, все, вся еда одинаковая, все диеты одинаковые. Задача любого интуитивного питания. Значит, не интуитивного питания, диетического питания, калорического. Одна задача – сократить калории. И кому-то нравится. Вы вот влюбились и ой, а мне интуитивно. И я говорю, процент жира маленький? Вы говорите, да. Леночка, ну работает для вас. Но ну, она для вас работает. Сейчас мы дадим э, Санчесу. Он говорит, блин, а я на разжирел на этом интуитивно. Понимаете? Поэтому вы должны понять, все диеты одинаковые. Все. В них разницы нет никакой. Единственная их задача снизить калории. Все. Поэтому наживайте как хотите. Интуитивная, вегинная, любая. Ну вот и все. А периодическое голодание повышает гормон роста? Или это миф? Так, подождите, там у нас донатик какой-то пришел, да, ребят, скорее всего? Тренер. А Б про генетику не распонял. Давайте я сфоткаю, а то вдруг у меня... Сейчас, это секундочку, тренер. Спасибо большое, тренер. Спасибо тебе большое за донат. Вот, спасибо за донат. Сердечко тебе спасибо, спасибо. Красавчик. Так, давай вопрос прочитаю. Я его записал сфоткал. А, Б, про генетику не распонял. Если же люди, э, жрущие макароны с майонезом, ведрами, запивают сладким чаем. По 5 ложек. И выглядит как анатомический отлас. Есть предрасположенность к ожирению. Ну, и вот когда ты такого человека увидишь, когда ты человек ты такого увидишь, ты сразу его лови, лови, беги в лабораторию, в лабораторию беги, и прям сразу звони в книгу Гиннесса. Просто звони в книгу Гиннесса. Потому что есть такие люди существуют, и если у них здоровье нормально, потому что ну, они могут у них, например, быть там не всасываемся, желудок, да, у нее там какой-то вот этот э, гастрит там 25 уровня, может быть, глисты, вот если ты про такое расскажешь. Просто обычно, обычно, ведь я уже тысячу раз вам уч и учил вас, считают, считают месячный колораж. Ты один раз увидел какого-то, да, жрущегося, худого, значит, он там все вот это ел, и ты говоришь, блин, ну ты что, так всегда? Ну да, всегда ел. Но если ты его месяц проследишь, месяц, то видишь, он ничего не ест. Он капец сколько двигается, у него всегда по 40 тысяч шагов, по 40. Капец сколько, и он ест, блин, три раза в день, блин, вот, три раза в неделю, да, вот так. Посчитай общий колораж ты его. А если ты увидишь, что он, представляешь, каждый там прием пищи пять раз в день ест по две тысячи калорий, того десять тысяч калорий, и такой худой, и при этом здоровый, срочно вызывай книгу Гиннесса, срочно, представляете, как его разбогатеть, зафиксируйте это, покажите народу, народу покажите, и скажите, ребят, вот он, нарушил, нарушил первый и второй закон термодинамики. А Б, кофе на ночь вам не мешает? Помешает, мешает, 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 но я вот с дуру всегда с вами выпиваю, а потом, блин, никак не могу уснуть. Мешает, я, же вам уже вам тысячу раз говорил, что я кофеино-чувствительный. У меня, наверное, какой-то я там Адора 2, что ли, какой, как это называется. А задал вопрос донатом, а он что-то не приходит. Ну вы повторите сюда, я это, как он называет. Спасибо большое за донат, но наверняка же он придет когда-то же, правильно? Нету его, нету, 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 нету. Так, э, повторите сюда его вопрос тогда, тренер, да? Тренер, как, как вопрос не приходит? Я же, я только сейчас, я только сейчас задал вопрос. Ваш за... пришел же вопрос про, про этот, как он называется? Про генетику там. Я же вам его пришел. Просто, может быть, запоздал чуть Бывает надо. Спасибо, тренер, огромное. Спасибо тебе большое. Так. А Б, за что вы так ненавидите ЛФК? Подожди, Дмитрий Владимирович. А где вы такое слышали, что я ненавижу ЛФК? Это вы что-то не так поняли. Нет. Ну вы что? Вот так вот, вот так вот рождаются мифы, ребят. Вот так рождаются мифы. Дмитрий Владимирович, вы что? А где же я ненавижу ЛФК? Где-то хоть раз в жизни я сказал, что я ненавижу ЛФК. У меня куча друзей ЛФК. У меня, вот смотрите, Саш Семенов здесь, крутой ЛФКшник. У меня Сережа Агапкин, друг, крутой ЛФКшник. У меня этих ЛФКшников, друзья, у меня кафедра целая ЛФК. Я с ней сижу на одном заведующей кафедры. Все, все мои друзья. Как я ненавижу ЛФК. Вы откуда это взяли, Дмитрий Владимирович? Это. Вы что-то не так не что-то. Где, где мои слова, что я ненавижу ЛФК? Я люблю ЛФК. Вот что. Нет, я к ЛФК отношусь нейтрально. Нейтрально. Что что, она что, 500, 500 евро, что ли, любить ее, да? Поэтому, не-не-не. Я отношусь обыкновенно, обыкновенно. Поэтому не сочиняйте, не сочиняйте. Это вы откуда-то не так мои слова поняли. Вот так. У меня есть такая знакомая, ест прямо много и не толстеет. Все, кто ее мало знает, говорят генетика. А она каждый день ходит перед сном в гору. Ну вот, ну вот. Пока все сделаешь, ответ прослушаешь. Тренер, ну пересмотри потом, я ответил тебе. Чтобы я еще раз не, не отвечал, пересмотри. Пересмотри, пересмотри. Интуитивное питание. Кило пельменей на ночь. Но если ты один раз это делаешь в день, то и отлично. Тренер, повторите ответ, про, пожалуйста. Ёки, вот это нормально, повтори ответ, пожалуйста. Ну, у тебя в записи будет, сейчас я тебе повторю, хорошо. Так, про что там вопрос А я уже забыл, блин. Так, э, макароны с майонезом. Ой, ну, тренер, ну, еще раз. Я так долго... Послушай, дружище, ну, пожалуйста, переслушай сам, ладно? Потому что я так долго в эмоциях тебе говорил. Сейчас я уже так не скажу. Пожалуйста, посмотри, тренер. Сейчас ты... Давай коротко я тебе сейчас отвечу, договорились, а там еще раз пересмотреть, я в эмоциях тут кричал, эмоционировал, а ты взял и прослушал, ну что ты так, значит, э, э, такого быть не может, и как только ты, коротко отвечаю, как только ты, как только ты такое увидишь, ты сразу, хватай этого человека, звони в книгу Гиннесса и говори, у меня есть такой человек, я вам сейчас продемонстрирую, это. продемонстрирую, мы его закрываем, кормим 10 тысяч калорий в день, 10 тысяч калорий в день. И через месяц он еще худее. Вот мы покажем. Только они сейчас скажут, дайте мы его проверим, чтобы он здоровый был, чтобы он, да, что у него там глистов нет. Проверит у него, что значит печень там, э, это, гастрита нет, да. Вот он говорит: не-не-не, вот он весь здоровый. Мы его сейчас по 10 тысяч калорий наваливаем. А он через месяц открываем, а он. В два раза худее. И... Э, такого человека вызовет представитель книги Рекорд Гиннесса. Понял, понял, пересмотрю. Пересмотри, я там эмоционировал, там кричал, как, да, как этот. Так, ну давайте, давайте. Что, никто не посмотрел про драконов? Вот это да. Периодическое голодание повышает. Так, кто-то прислал донат. Подождите секундочку, подождите. Левша, АБ, это вам за снотворное. Какой препарат советуете? Я тоже чувствительный кофе. Ну, спасибо тебе большое, Левша, за донатик. Спасибо большое. Ой -ой -ой. Спасибо за большой за донатик. Спасибо. Спасибо за поддержку. Значит, ну, вот тут смотри. Для меня единственный препарат для сна существует это фензипа Потому что остальные все, ну, это вот с них не проснешься, не уснешь. Вот я, я для себя выбрал это бензозепиновый ряд феназепам. Я с него идеально просыпаюсь, для меня он идеально, у меня он всегда лежит, но он лежит всегда на всякий пожарный случай. Если мне надо срочно уснуть, или я ворочаюсь, не могу, не могу, а мне завтра, если мне завтра никуда не идти, да, да и пофигу, ну и что, не, не посплю, и встану, поделаю что-то, поперевожу, поделаю, с утра усну, и как раз, если мне завтра никуда не идти. А вот если завтра мне надо уйти, тогда я использую финзипам, и на утро идеально просыпаюсь. То есть, я, то есть вообще бензозепиновый ряд нужно себе подбирать. Это вам любой врач скажет, что попробовал, встать не можешь, не твое, значит, дозировочка поиграл, не твое. Значит, потом ты, раз и рано или поздно, находишься в препарат то есть препарат ты должен моментально усыпать. Чем мне нравится вообще бензепиновый ряд? То есть ты не уснуть по факту, не можешь, почему? У тебя в голове рои, роятся да, мысли, то есть у тебя мысли, мысли, мысли. И вот прием бензепинового ряда, он тебе как раз вот совершает какой? То есть так вот я иногда наблюдаешь, вот они тебя жужжат, мысли жужжат, жужжат. потом раз, одна улетела. Два, вторая улетела, третья улетела. И ты понимаешь, что голова становится пустая. Все мысли то пу, улетают, пулетают. И потом в один прекрасный момент ты засыпаешь, в чем нет мыслей больше. И вот бензозепиновый ряд, он откидывает у тебя так вот хорошо работать с мыслями. Все остальное, не знаю, сколько я экспериментировал. Все, это, знаешь, валерьянка у нас даже фильм есть. Это вообще бога нет, кроме вреда ничего не, Вообще, это эффект плацебо, всякие пионы, всякие какие-то там. Ну, это все мне не подходит. Поэтому я сказал свои какие-то, да, наработки. Больше. Мелатонин я так и не, не попробовал. А, мелатонин не, пос... не попробовал. Вот. И что-то как-то. Может, когда-то. А может, когда-то пробовал, но не помню. Теперь ясно, на чем сидит АБ. Ребят, сидит я этот в Винзипам, если раз в полгода таблетку выпью, если раз в полгода то это вот у меня, у меня пачка по 100 лет, она уже заканчивает срок годности, и там и срок годности уже закончил, они все равно работает, пофиг. Так, периодическое голодание повышает гормон роста. Вячеслав, периодическое голодание, любое, холодный душ, эпликатор Кузнецова, ущип, ущипните себя. Все это повышает гормон роста. Любая стресс повышает гормон роста. Зачем вам его повышать? Для какой цели? Я ни одно не понимаю. Зачем нам нужно повышать гормон роста? Я вообще при... Это да, непонятно. Поэтому возьмите на иглу, сядьте или в палец себе, воткните что-нибудь, и у вас будет гормон роста. Зачем мучиться себя? Сразу воткните себе что-то, и все. На аппликатор Кузнецов прыгните. Все. Или облейте холодным душем. Ну, зачем вы вот это вот эти вот сидите, голодание, мучиться? Зачем? Раз. Облился холодной водой, и все. Так, 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 так. Вот, да, да. Давайте еще вопросик, будем расставаться. Значит, ребят, завтра у нас выходной, досмотрите все наши с вами а, фильмы, стримы, а встретимся, наверное, либо в среду, либо в четверг, добьем вот как раз остальные мифы, чтобы они уже у нас остались в прошлом, рассмотрим их, их и уже пойдем а, изучать. Гипертрофию. Наверное, в воскресенье сделаем гипертрофию. Так, мне терапевт прописал димедрол с пивом. <laughs> ясно, ясно. Терапевт. Хороший терапевт. Лучшая снотворная хороший тренировка. Тоже. Ну, Вячеслав, тоже, тоже. Я, кстати, потренировался. но вот Сейчас вот я возбуждаюсь, накричу здесь. Кофе еще выпил, и буду плохо спать. Вот я уже буду сегодня плохо спать. Хотя я только сейчас проехал что-то минут, наверное, 80, 70 или 80 минут, где-то 550 килокалорий. Видите, я что, красный это весь. В компаниях ем от пуза, народ удивляется, как похудело, а они не видят, что всю неделю на салатик. Ну вот тебе, ханталу. Вот, по Ханталу описал э, ту же самую историю с жимовика. Э, то есть, когда приходит человек куда-то в гости, он дорывается до вашей еды, он ест там от пузы, вы на него смотрите, а он весь там худой, секс-пакс. Потом начинается у него день, и у него одна еда, там, 100 грамм ячменя в неделю, или там доширак, блин. А ходит он по 40 тысяч килокалорий. А потом говорит: ну как же ты так? Ты вроде так кушаешь, ну понятно, ты кушаешь, ты в гости пришел там на свадьбу, или куда понятно, ты дорвался в, раз в жизни, блин, вот, и понятно, там сидишь, рубаш. А в конце месяца сколько ты ешь? -то? А в конце месяца ты ничего не ешь. Ну, в смысле, ты понял, в течение месяца ничего не ешь. Раньше с трудом засыпал, пока не понял, что мысли мешают. Со временем научился сам их ход... ну, Это уже технологии. Молодец. Ну, это уже вот молодец, это уже как раз вот работа с над собой. Качаю драконов, красавчик. Ну, давайте хоть в четверг, наверное, сделаем стрим в четверг. Либо в среду, или в четверг, наверное, с наверное, в среду. Ну, в среду или в четверг, в общем, не знаю, ребят, в среду-четверг сделаем стрим. И обязательно мне отчитайтесь по драконам. Я хочу с вами поделиться эмоциями. Хочу, значит, Дракарис было. Дракарис, ну и ну, что, Дракарис, ну ⁇ я же обалдел, когда там закричали Дракарис. Так, ну-ка, что у нас? Донат, 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 донат. Леша, АБ, благодарю за эфир и за настроение. Досылаю еще 100 рублей, ибо Финзипам стоит 200. Спасибо, дружище. Спасибо, красавчик, спасибо. Ну что, ну, придется купить. Придется купить. Так, значит, Дракарис. Владимир, ну Дракарис-то хоть был, был, ну Дракарис, ну что, ну я уж там уже хотел с вами посоветоваться, что там. Можно еще медитацию перед сном. Но это высший пилотаж, ребят. Но это высший. бы спасибо за стримы, за юмор, про буддистские способы похода в магазин Бомба. <связывая> спасибо, Лайк. Так, ребят, ну что? А, сейчас еще, еще вопрос. Алексей, а, если кофе повышает уровень ГСПГ, то логичнее не использовать кофеин перед тренировкой? Да, да, да. Есть допустить, что выброс гормона на тренировках все-таки имеет значение? Леш, если имеет, то да. Да, правильно. Но ты же понимаешь, тут э, тебе противники гормональной теории скажут, что кофеин тебе даст эффективнее тренироваться. Эффективнее. То есть напрягать эффективнее ДЕ. А все-таки ДЕ превосходит напряжение. ДЕ высокопороговых превзойдет твой, твой гормональный фон. Поэтому тут будет два лагеря. Одни будут тебе, соответственно, говорить, что кофеин эффективнее напряжет ДЕ высокопороговый, и значит гипертрофии будет больше. Другие тебе скажут, что ну, оно, фанаты гормонального фона скажут, ну подожди, Подожди, не, 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 тестостерон всему голова. Ладно, ребят, все, будем закругляться на сегодня. Спасибо всем, кто был. Спасибо всем, кто закинул монетку. Значит, мы продолжаем изучать большущий документ, большущий документ, и параллельно, конечно, все-таки какие-то технологии, да, технологии изучать, да, и пытаться какие-то джана войти, войти, может быть, мы в конце да, наших каких-то вот встреч войдем 12-ю джану все вместе. Да что же такое, вы мне это не, даё... не даете. Ну-ка, Тимофей, спасибо. Вот это, Тимофей, подожди секундочку, да, я тогда остановлюсь. Тимофей, спасибо тебе за такой существенный помощь, за существенную помощь, за существенный донат. Спасибо тебе большое, дружище. Всегда приятно, всегда приятно потому что, ну, да, существенная помощь. Поэтому приходите, будем работать, будем улучшать да, наши фильмы, будем стараться все-таки развивать, развивать не только да, науку, но и, соответственно, вот какие-то технологии, чтобы мы могли уснуть все вместе, да, уснуть себе. То есть, когда дойдем до какой-то вообще, какой-нибудь, может быть, вершины, да, когда я буду прям читать, и вы все прям моментально будете засыпать перед сном и будете включать меня непосредственно перед сном. Значит, вы большие молодцы. Еще раз подписывайтесь на канал, отписывайтесь от канала, ставьте лайки, дизлайки. Спасибо всем, кто закинул монетку. И да прибудет с вами сила доказательной медицины.